Зима – это хорошо. Но вот человек побежал. Видите, какой спортсмен в Бресте в феврале. Что ты один на свете? А это Алекс Потоцкий. Я одиночество, дорога. Наследник знаменитого рода и достопримечательность Бреста. Человек дремал. И думаешь о смерти, как о последнем капле горького вина. Вот мой бокал, а мне больше не глотка. Той жизни, что как мед была сладка. В нем только горь, неразбавленной печали. Оставшийся на долю старика, бокал мой полон, но друзей не стану. Я больше угощать питьем своим. Я их люблю, дай Боже счастье. Пускай пригоду из-под крана для мира сделаю я много добрых дел. Вовеки вечные их не забудут люди. И если выйдет все, как я хотел. О, Боже правый, мир прекрасно будет. Послав страдания на голову мою. Спасибо. Послав отчаяние душе моей правдивой. Пошли мне веру, я не свою. И дай мне силы, буду я счастливым. И перед смертью Богу помолюсь.